Всем привет, с вами Артур. И сегодня у меня в ремонте BMW M3. Небольшой ремонт кузова. Владелец уже сам поменял кое-какие детали, но не все он смог сделать, поэтому машина у меня. Итак, мне надо отровнять капот, выставить зазоры переда и выровнять заднее крыло. Капот сделан из двух металлов, внутренний железо, внешний алюминий, поэтому при ремонте придется погреть. Заднее крыло исправлю при помощи споттера. Ну что, начинаю ремонт. Thank you.
На этом моя работа закончена. На работу ушло 10 часов. Отдаю машину владельцу. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!